大年，晚上好。晚上好，大年，你身体怎么样？不错，谢谢，谢谢。你嗯哼，呢？我也不错，谢谢。你的胃好了吗？你的肚子不吞了吧？肚子不吞了吧？我的肚子很好，很好，不疼，你把你不然后疼，是。不疼，嗯哼，好的。别的地方疼不疼？别的地方疼不疼？不疼，不疼，都不疼，什么都不疼。都不疼。啊，好的。你今天睡好了吗？я бы сказал, тай шао. 睡得少，嗯哼，睡得少，睡得少，是的。你现在学习忙不忙？你现是在。我我。啊，我现在или现在我лучше Здесь без разницы. 啊，хорошо. 嗯哼，А, так, как главное, это что пересказывай сказать? нам. Сейчас я напишу. Сейчас, как будет тест по китайски. Ну, это что, это же экзамен, да? Да. Ну, экзамен, знаете. Пробный экзамен. Ну, предварительный, так. Предварительный вы тоже знаете слово. От слова превью, да? Ю. И И слово экзамен,考试. Каушер, точно, да. Получается. Во день тен йола и каушер. Да. Угу, хорошо. Тем а ян кау да, тем а ян. Кау да хау бу хау. Фэй чэнг бу цуо. Чан бу цуо. Шима кэ на? Какой предмет? Шима кэ. Это и Чжи и каушер. 俄语老师，русский язык да？是，对。嗯哼，再说，好，不错。那丹尼今天几月几号？今天2月16号。26号，前天是几月几号？前天，前嗯。天，это у нас самый какой день？Есть нас 昨前天。天的，позавчера。да，前天几月几号？前天2月14号。2月14号在西欧国家是什么节日？在欧洲国家，在西方，大概干什么？在西方是什么节日？2月14号是什我么不节知日？道。二月十四啊，号。是呀，понял，о чем речь，понял о чем речь。对啊。я не знаю, наверное, какой-нибудь idea, то Ну, может, idea. 我不知道。видите, 情人 полностью слово любовь по-китайски, да? 爱情，情的чувство，Да. 那чувство, 爱情啊，情人 это влюбленные, 情 это же день всех влюбленных, да? 情人，то есть люди испытывающие чувства, 情人一节，情人节啊，在中国比较流行 популярен, 流行。Помните, у нас было с вами слово Да, «люсень»? у них, по-моему, вообще два праздника Дня Святого Валентина. У них один вот этот и еще один. Я не помню, он, по-моему, там 25 мая он, по-моему, празднуется. Да, свой, так же, как у нас. У нас есть день Святого Петра и Феврония, а у них есть день ткачихи и пастуха. И это, в принципе, один и тот же смысл. Они там были разлучены, скучали друг по другу, вознеслись на небо в виде созвездий. У них же созвездия называются по-другому, не как во всем европоцентрическом мире. В общем, есть созвездие ткачихи, есть созвездие пастуха. И они как бы так расположены, что они друг по другу все время скучают. Ну, смысл один и тот же. В общем, Тинрэнди. Так, а там еще, по-моему, он называется я Да, вот UR как-то не помню. Уардия, по-моему, так и есть. Уарлин, по-моему, Уарлин называется. Ну, говорит, это современная, да, аббревиатура. Не то, что аббревиатура, как бы основана на омофонах, да? Омофоны – это одинаково звучащие слова. Да, и оно там похоже на о они. Да. Потому что у Арли, вот эта вот цифра, да, они ее произносят. Это в чатах могут так писать, чтобы не заморачиваться на иероглифы. Так. Так бы со всеми, да, иероглифами было. Да. Может, мы так дойдем. Так, Таня, 我想那个问你一下，今天
Получается, это линься шииду. Линься шииду. Ни дин тян чумар бу чумар. Ни дин тян чу чу го барма. О бу чу ван. Бу чу вар. Бу чу ван. О хэн ман. О хэн ман. Суи. О бу чу. 知道了，那Даня，我们现在要练一下我们的发音，我们的发音，发音，你的phonetic произношение, артикуляция. Леньте себя, помните вот эту скороговорку, Джейкоулинг, Раукоулинг, повторите, пожалуйста, Раукоулинг. Раукоулинг. Рау вертится, коу рот, то есть во рту вертится все, Раукоулинг. И линг как бы быстрый, как такой приказ. Так, послушаем сначала, да? Угу.扁担与板凳. 扁担长板凳宽扁担没有板凳宽板凳没有扁担长扁担绑在板凳上板凳不让扁担绑在板凳上. По-моему, прекрасно. Так, Таня, пожалуйста. Бендан-чан, бандан-куан, куан. Да, куан. Бендан-мэйоу, блин, нет, сейчас. 扁担没有板凳宽。板凳宽。对。扁担没有扁担长。对。扁担绑在板凳上。板凳不让扁担绑在板凳上。 Да, видите, у вас все-таки передний язычный, задний язычный, да? Вам доставляет достаточно, вам нужно себя очень контролировать, чтобы да, да. по-разному их произносить. Давайте попробуем каждую строку. Ну, это временно. Надеюсь. Бен дан чан, бан дэн куан. Бен дан чан, бан дэн куан. Куан. Куан у вас получается. Да, я поправился. Почему так получается? Так, еще разок. Бен дан. У вас язык касается альвеол, когда вы N переднеязычно говорите? Бен, дан, чан. А когда заднеязычно, он ведь не касается кончиком. Чан. У него задняя стенка поднимается, а передняя опускается. Альвеол? Чан, чан, да. Бен, я дан. Не, ну, как бы я упираюсь в зубы просто. Бен, дан. Ну, хорошо, дан. Тоже можно. Бен, дан. Можно не упираться в зубы там. Он немножко распластанный, альвеол касается. Бен дан чан, бан дэн. Бен дан, бен дан чан. Вот как-то так. Ну, хорошо, бен дальше. Дан, бен дан чан, бан дэн куан. Бан дэн куан. Бан, а бан, не бан, нет? Ну, там, конечно, бан, но у вас-то получилось бан дэн куан. А, бан, 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 бан. Бантанхуан. Вот. Что сделали? А, я немножечко как бы уголки рта шире делаю, вот. Когда мне да, нужно. Да, кстати, получается мягче тогда. Бантанхуан. Бантанхуан. Дуй, хуан. Бентан мэйо бантанхуан. Бентан мэйо бантанхуан. Хуан. Ну, во-первых, первым. А во-вторых, бан переднедышный еще раз. Бентан мэйо бантанхуан. Бен дан мэйо бан дэн куан. 对对对, бан дэн мэйо бен дан чан. Бан дэн мэйо бен дан чан. 对. Бен дан бан зай бан дэн шан. Бен дан бан зай бан дэн шан. Ну вот все равно вот здесь. Бан бан дэн шан. Бан дэн шан. Вы уже предугадываете, что дальше будет твердое Д, и заднеязычно Н, и Н переднеязычно уже произносит твердо. А нужно сразу же переходить от мягкого к твердому. Бан дэн. Бан дэн. Бан дэн. Бан дэн. Бен дэн бан. Так. Бен дэн бан зай бан дэн шан. Бен дэн бан зай бан дэн шан. Бан дэн бу ран бен дэн бан зай бан дэн шан. Бан дэн бу ран бен дэн.
Панцай пантан шан. Хорошо, четвертый. Так, ну давайте попробуйте еще раз все вместе. Хорошо. Внимательно. Хорошо. А пен тан чан, пан тан куан, а пен тан мэйо пан тан куан, а пан тан мэйо пен тан чан, пен тан панг цай пан тан шан, пан тан пу ран пен тан, панг цай пан тан шан. Хорошо, да, хорошо, вот второй раз хорошо получилось. Так, Таня, вам удалось записать в словарь эти выражения с прошлого урока? Удалось. Удалось? Ничего себе. У меня получилось. Не знаю, как это? Это большая удача, по-моему. Ну, нет, просто у меня было время, и я смог нормально записать и подготовиться. Вот, так, а только их тогда, да, прочитать? Да? Так, давайте тогда с этими словами вы переведете мои выражения. А вот последнее сообщение или вот за весь прошлый урок, которые были? За весь прошлый урок. А, окей. Ага, ага. А, у него болит голова. Тогда... можно по-другому сказать, можно под двумя вариантами можно сказать. Пожалуйста. Можно сказать тада тоу тан тан тада тоу тан. А можно так. Или можно сказать, что та йоу тоу тан. Йоу не нужно. Йоу иметь что ли? А ну да, типа у него имеется головная боль. Нужно. Смотрите, здесь тоу тан это будет уже как бы сказуемым. Та тоу тан. А, просто тхатхутхан. Да. У него болит голова. Так, потому что тхутхан как бы все будет группа сказуемого. У меня болит живот. Тогда это будет вот тут затхан. Да, он очень маленький. Да, тай сяо. Очень мало яблок. Получается, тай шао пинго. Это по-русски так было бы. А пинго, пинго, пинго. Да, пинго тай шао. Сказуемо выражено прилагательным. Да. Но все равно стоит после подлежащего. А, так, очень мало винограда. Го... Пхутхао. А, пхутхао. Пхутхао. Так, сейчас. Я сейчас в своей голове придумаю, как запомнить путхао. Ну, немного сложно, но я придумал, как запомнить. Мне кажется, похоже на Португалию эту. Кстати, в Португалии будет путхао-я. Путхао-я, да. Путхао-я. И там иероглифы те же самые. То есть Португалия это виноградная какая-то я. Виноградная утка. Да, не знаю почему. Ну, скорее всего, здесь есть какая-то этимология связанная. Португалия, путхао. Виноград. В Португалии растет же виноград. Вино, наверное, да? Наверное. Ну, вот, может, такую ассоциацию. Путхао. Путхао. И очень мало винограда. А, получается, путхао тай шао. Угу. Очень много груш. Здесь очень много груш. А, сейчас на F, по-моему, они. Нет. На языке вертится. Так, у меня ключ... Дерево. Ли вторым тоном. А, ли, точно, точно. Да. Получается, ли, тай, то. Ли. Дело в том, что есть еще ли третьим тоном. Ли, как груша, вторым тоном. Ли. А это что у нас с вами? Это что за фрукт? Тоже там присутствует дерево и дз, ребенок. Это у нас ли третьим тоном. Так. Если груша ли вторым, ли третьим, это слива. А, это слива? Слива, да. И... А почему ребенок? Ну, он здесь не имеет смысла, не отвечает за смысл. Ребенок как считается? Дз. Дз, третьим тоном. А дз. Это считается ли третьим тоном. Финаль одинаковый, тон одинаковый. Он отвечает здесь за фонетик. А дерево отвечает за смысл, потому что сливы растут на дереве. Тоже дз считается, да?
Ли. А, ли. Финаль одинаково. Инициаль разная. Инициаль – это согласный звук. А финаль, окончание одинаковое, и тон одинаковый. То есть это идиофонограмма. То есть есть часть иероглифа верхняя обычно, да, это верхняя или левая, которая отвечает за смысл, и нижняя, правая, отвечает за фонетик. Так вот, Ли – это самая популярная фамилия в китайском языке. Китая. Ли. Сливов. Или сливовый, я не знаю. Ли. То есть у них есть Ван, князь, популярная фамилия, да? Угу. Есть Джан, который мы с вами знаем. Это Ван, Джан как лист и Ли. Это вот эти Ли, Ли Джан, Ли Ван, Ван Джан Ли. Это Иванов, Петров, Сидоров по-русски. То есть самые-самые популярные фамилии. И даже во всех поговорках бывает, как вот у нас, когда хотят сказать, что самые простые, да, люди, Иванов, Петров, Сидоров, то у них будет Ли, Ван, Джан. Ну, это так. Так, еще дальше повторяем, да, слова. Революция как будет? Конан. Нет? Не то. Не то, по-моему, нет. Гэмин. Гэмин. Гэмин, да. Гэмин. Гэмин. А Октябрьская революция? Это будет, сейчас я скажу, Октябрьская революция, это будет Шиегуэмин. 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 Мартовская революция, допустим. Мартовская будет, это будет Санъюэгуэмин. Санъюэгуэмин, цветная революция. А, цветная революция, это, наверное... Цвет, вы же знаете? А, да, Янсо. Йенса. Ну, Йенса. А если мы поставим его перед революцией, он будет цветной. Йенса Гомин, да? Йенса Гомин. Йенса Гомин. Йенса. Напишите мне, пожалуйста, в инскрипции. Йенса. Поняла, что вы правильно произносите. Угу. Просто... Пенинем. Сами только. А, хорошо. Может быть, я неправильно говорю. Да, Йенсы. 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 Второй, четвертый. Йенсы. Это не вы говорите с, а там ведь э. С. Йенсы. А, Йенсы. А, там с, там е. Се. Там я пишу си, а там се. Йенсы. Йенсы. Если это было бы вот так, да, это было бы се. А с... Заднеязычное. Вон, видите, я наверху написал с через и. Вот. Вижу, теперь все правильно, да. Йенс. Йенс. Йенс, цветная революция. Так, и что у нас там с вами было еще? Возвращать. Хуан. Хуан вторым тоном. И менять валюту. А, на букву Д, по-моему, сейчас я посмотрю. А, так не помню. Менять тоже будет Хуан. А, Хуан. Только четвертым тоном, да? Хуан. Хуан – это возвращать, а Хуан – это менять. Менять. И поменять юани? Будет юани именно? Юани. А, может, будет Хуан Юан. Ну, а лучше ренминби, да? Ренминби, а... Потому что хуань, юань, юань это может быть любой юань, в принципе. Это хоть жи юань, хоть мэй юань, хоть какой юань, да? Жиминби, да. Жиминби, хуань жиминби. Поменять доллары. Поменять доллары, это будет у нас хуан мэй юань. Хуан мэй юань. А вообще валюту? Хуан ди, по-моему. Вайби, а. Вай иностранный, да? А би это монета. Хуан вай би валюта получается, иностранная валюта. Хуан вай би. Би это вообще монетка. Между прочим, биткоин там тоже будет вот это би. Биткоин. А. По-моему, он будет битхаби. Битхаби, да. Да, коин. Вот это бит и есть коин, монета. Коин, бит, коин, битхаби. Получается биткоин. А менять? Ну, поменять биткоины. Как? Можно, кстати, менять, я не знаю. А, можно. Поменять биткоины. Я хочу поменять биткоины. Переведите, пожалуйста. Ой, я хуан битхаби.
А как будет, наверное, как будет поменять биткоины на, например, доллары? А у тебя битхаби, да? Да. Хочешь, мэйюан? Да. Я хуан битхаби май мэйюан. Я меняю битхаби. А, и покупаю, май. И покупаю. А, угу. Понял. Так. Угу. Хуан менять, да, таким образом? Угу. Лекарства как у нас будет с вами? Лекарства и принимать лекарства. А, лекарства и принимать. Сейчас я скажу. А, так, где оно у меня здесь? Я его, по-моему... Какой ключ есть? А, вот, чи яо. Да, чи яо. Угу. На какой ключ в иероглифе? Яо, лекарство. Яо. А, трава. Трава, конечно. Чи яо. Ну что, там же все, все лекарства, они же из растений. На китайской медицине, да. Чи яо. И китайские лекарства будут чунг яо. Чунг яо. А западные лекарства, то есть наши европейские лекарства, как будут? Сияо, наверное. Сияо, да, совершенно верно. Чуньяо, сияо. Угу. То есть мы все химические, да, у нас соединение сияо, а у них своя традиционная из китайской медицины препарат называется чуньяо. Там может быть и женьшень, там может быть и зуб дракона, чего, что угодно. Так, чуньяо, сияо. Угу. Так, Таня, давайте займемся грамматикой. Хорошо, угу. Но вы так некоторые слова вы помните, некоторые не очень, да? Да, ну все равно, я что-то почувствовал резкий скачок. Велик? Да вы что? Да, ну... Я просто как-то очень, ну, не замечал, я сижу, думаю, блин, мне, наверное, вообще нет прогресса, мне кажется, я на месте топчусь вот все это время, и вот как-то я вчера на московский вокзал приехал, а там всякие надписи. На китайском? На китайском, да. Так. И угу. Не то, чтобы я прям всю надпись могу прочитать, но там, например, 2 из 4 иероглифов могу прочитать. Угу. Вот. Таня, мне кажется, знаете, в чем причина, что у вас такое ощущение, что вы топчете? Потому что вы не повторяете. Вот мы с вами берем новый материал, а вы самостоятельно его не просматриваете. Вот если бы вы уделяли не только перед уроком, а вот вообще на второй день после урока, да, ну по этой методике нужно повторить через полчаса, через 6 часов. А, да, я знаю эту кривую запоминания, да. Вот, да, кривая вот эта. Если бы вы вот этому следовали, у вас был бы большой прогресс на самом деле. А вот. Так очень тяжело. Вы полагаетесь только на свою оперативную память. И, ну, да. Ну, я сейчас, ну, там, с вода кауши, как это сказать, закончится. Ну, должна быть система. Ваши кауши никогда не закончатся. У вас всегда будет что-нибудь, правильно? Ну, просто у нас же сейчас главная подготовка. У меня очень много подготовительных. И в школе, и все, и все, и все, и все. И просто вот... Я поняла. Ну, 15 минут найдите, пожалуйста. Да, хорошо, конечно. Ну, так, вот давай. Я начал, у меня все, чувствую прогресс. Пошел. Должен быть, да. А, так, Таня, давайте с вами новый текст из этого учебника. Я думаю, что вам здесь многие слова знакомы. Угу. А, значит, первое. Тингли, да? Директор. Тингли. Угу. Ли – приводить в порядок. И дин от слова динди – экономика. Да, помните? Динди Шуя. Да, 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 да. Она что там девочка на экономике. Да, да, да. Динди, то есть получается экономический человек, который все приводит в порядок. Директор. А вот прочитать вот это слово. Хаудю. Хаудю. Угу. Слово дю отдельно встречалось вам когда-то? Не помню. Не, да, это дю долгий, длинный. А, почему девятка в китайском языке? Как она читается, кстати? На чё? Дио. Она же обозначает и долголетие. Вы знаете, да, по китайской этой, как она называется, нумерологии. Именно потому, что ее чтение полностью соответствует вот этому иероглифу дио. Долгий, длинный. Так он разве, они разве одинаковые? Нет, они читаются одинаково. А, читаются, да. Пишутся они совершенно по-разному. И ну, поэтому так же, как вот в этом у Арлин, да, цифрами можно выразить понятие, то также и девяткой можно выразить вот это понятие, дио. Они обожают девятку и восьмерку, да, то если 999, водка у них есть 999, 3 девятки. Потому что это долголетие, постоянство, ну, длительность какая-то, вот оно дио. Кстати, напишите мне, пожалуйста, девятку. Просто в чат? Нет. Как вы сам иероглиф напишите? Либо в воздухе напишите, либо на телефоне, либо на листочке бумаги. А ну я могу уже в телефоне, у меня же этот пожалуйста. Приложение угу. есть. Сейчас.
Так, как мне его закрыть? Так, вот так, да, показывать? Так видно? Нет, сейчас не Да. видно, секунду. А, вот так, наверное, будет видно. Да. Так, а девятка будет вот так, вот так. Но я ее немножко кривовато сейчас я переделаю. Во-первых, крючок должен быть, да, еще, и Да. порядок чисто другой. А, Значит, точно, понял, о чем речь. там же где присутствует горизонтальный элемент, а он всегда вертичный. Да. То есть у меня получается вот так и вот так как-то. Да, все верно, но крючок сделайте более выраженным, Да. вверх, вверх там прямо так идет. Еще раз, так, а, вот, да, ага, прекрасно, как он читается? Дел. Део, третьим тоном точно так же, как вот это слово Део, Дел. долгий. Получается, мы когда хотим сказать долгий, мы говорим дю девяткой нормально. А частица хао, которая отдельно переводится как хорошо, да, если она стоит в одном слове и перед прилагательным, она означает очень. Вот есть слово хэн, а есть хао. То же самое. Можно, они взаимозависимы. То есть, ну и в русском, по-моему, тоже есть такие просторечные выражения, где хорошо обозначает очень. Так. А в конце, да, обозначает внезапную реализацию. Так, ну мама ху-ху вы знаете, да? Да. Ху отдельно как переводится? Ху, не знаю. Знаете. Вы знаете эту поговорку? Когда сел на тигра, трудно А, так сойти. это тигр, да. Да, тигр. А поговорку помните? А, я думаю, да. А, чинанху Тихо. хэн... Да. Тиху нанся. Тиху нанся. Да. А ехать на лошади как будет тогда? А, Ехать на лошади? чима. Тима. Да. Можно тиху, можно тима. Так, цуйтинь. Последнее время. Проанализируйте по этим двум иероглифам. А, Ну, что еще раз? цуйтань. Ну, вот эти вот два иероглифа. Цуйтинь. Да, в последнее время. В ближайшем будущем. Проанализируйте, как каждый компонент переводится и какой ключ за что отвечает, чтобы запомнить. Так, значит, у нас Цей. С Цей немножко тут сложнее, если Ну, честно. сложнее, вы с ним не встречались. Ну, а тень? Тень, что День, значит? вот здесь вот, это... А здесь вообще две частицы, ну, типа, Два ключа. два ключа, да, два Ключа. ключа. Как? Ага. А, Где? ключ, а, сейчас я скажу, это вода? Нет, нет, по-моему. Быстро идти. Быстро И идти. быстро идти, да. Мы с вами вот... И по-моему, топор? Нет, нет. Топор, все верно, да. Как читается топор? Сейчас скажу. А, на щепом? Не Нет. читается, посмотрите, он здесь появляется фонетиком. В этом день он А, тоже... день. А, день Я тоже. тоже день читается только первым тоном. День. И это еще и мера веса, да? Да, и день. Один день, Да. да. День. Цуй день. Последнее время, в ближайшем будущем. Один вообще переводится близкий, а его антоним... А, этот юань. Юань, все верно. Юань, он тоже очень похоже пишется, там тоже быстро идти, да, но внутри ключ юань, как монета, да, получается юань далекий. Вижу, да. Да, тогда самый далекий как будет? А, получается цюйна, Цуюань, все верно. цюйюань. А шестой иероглиф вы знаете, мы с вами, Джон нам ее с ним познакомил. Ган, только Ган, что ган-ган. что да, Ган-ган, то же самое, да. Я только что встал, не проснулся, в смысле. А, о ган-ган чичуан. Ган-ган сишуан. Кайше, это понятно вам, да? Да. Кай это от слова кайши начинать, да. Кайши, да. А шуэ это от слова Ще ся. шуэ-ся, Ще что? си, или ще си. Или шуэ-си, два вторых. Шуэ-си, Ще чоба. си. Так, восьмой, знаете, да? Проанализируйте по элементам. Йоу. Значит, здесь месяц и сверху... Косая десятка. А, да. Ну, я не помню, по-моему, нету фонетика. Нету, да, это ключ. И тут не месяц, а мясо. Дело в том, что они очень похожи. Месяц он просто более толстенький, да, а мясо он более тоненький. И в нем внутренние черты пишутся не параллельно. Это мясо. Изначально иероглиф и иметь, обладать произошел от изображения руки, в которой держит кусок мяса. А, Еду.
какую-то, понимаете? Я имею, у меня есть кусок мяса, я имею, обладаю. Вот иероглиф «йоу» – «иметь». А, то есть в месяц они не прямые? В месяц они прямые, а в мясе они не прямые. На самом деле на письме неразличимы абсолютно. На письме неразличимы. Подождите, а какое мясо? «Жоу» уже мясо, нет? Тани, вы путаете ключи и иероглиф. А, ну да. Угу. Так, и дальше у нас то «йоу» и «де», да? И «де», и «дер» с эризацией. И «дер» это что? Немного. Ну, это вы прочитали. А вообще «дер» что означает? Точка. Точка, капелька, чуточка, капелька, да? Угу. Вот дальше есть. Так, «хайши» – это наречие, да? Или в вопросительном предложении. Это у нас с вами заимствование. Фонетическое заимствование из иностранного языка. Прочитать. Кафе. Кафе. И в других заимствованиях, допустим, в слове «кари» или в именах собственных, вот эти иероглифы будут. Это будет читаться «ка». Так. 11. И проанализируйте, где здесь фонетика, где здесь то, что отвечает за смысл. Значит, какие два ключа здесь? Здесь ключ отрицания «бу», который... Да, верно. Угу. И ключ дерева, нет? Дерево, все верно, дерево. Ну, как вы думаете, почему? В слове «чашка», «кружка»... Потому что их есть. Делали из фарфора, наверное. Ну, до фарфора-то, знаете, иероглифу гораздо больше лет, чем фарфору. Их, так же, как и ложки наши, выбивали из дерева изначально, да? А. Дерево отвечает за смысл. А «бу», оно ведь «бу», да, оно дает... инициаль, то есть оно является фонетиком. Угу. Кстати, это «бу», оно, когда стоит в правой части, оно дает чтение «пэй», «фэй», «пхэй» иероглифом. Таким вот образом. Понял. Получилось. Так. С машиной все понятно, да? И она, если вот этот ключ «чхэ» ставить, вот как здесь показано в конце других иероглифов, это образует все многообразие транспортных средств. Прочитайте, пожалуйста. «Цысинчхэ». «Цысинчхэ». Как будет? «Цысинчхэ». Почему? Эти иероглифы здесь. «Цы» это что означает? «Цы» не знаю. Так, когда китайцы говорят о себе, я вам об этом говорила, они показывают себе на нос, говорят «уа». Да? То есть «цы» это «я сам». А. «Я сам». А, и это изображение человеческого носа произошел иероглиф. Поэтому у них «я» это нос, и поэтому «цы» «я сам» это нос. «Син» это у нас с вами было, это в скороговорке «тян ли джи син». Ши ю цу ся. Син – путь, дорога, идти, двигаться, продвигаться. Получается, что у нас получается? А машина, какая машина? А машина, которая что делает? Двигается на носу? Сама по себе. Сама по себе? Самоходная, самоходный какое-то транспортное средство. Самоходка. Понимаете? Угу. Без двигателя же он. Так, а чишха, почему чишха это автомобиль? Что значит чи? Чи тут ветер. Да, пар, сердце. Газ. Вы правы, почему сердце? Вы это уже постоянно вот как-то закрепило, что это сердце, но это вовсе не сердце. Это вода? Это вода, да, потому что это будет бензин. Да. Чи. Угу. Так. И мотхочхэ, как вы думаете, почему это мотоцикл? Мотхочхэ. Ну, это заимствование просто. Это фактическое заимствование. Здесь смысл не будем искать в иероглифах. А вот это, пожалуйста, чудзучхэ. Это вряд ли заимствование. Да, это не похоже на него. Какие здесь, видите, иероглифы? А, я вижу здесь иероглиф чу, я вижу здесь иероглиф дзу. Прекрасно вообще. Гениально. Чу что означает? Чу, это, по-моему, я помню его из чучуан. Да. Чу это движение изнутри вовне. Да. Чу это выход. А, то есть адзу ду. Это сдавать в аренду, брать в аренду, арендовать временно. Вы когда такси берете, вы как бы на ниже куда-то выезжаете, да. Поэтому чу-цу-чхэ, машина для выезда и для аренды. Чу-цу-чхэ. Так, янсы мы с вами сегодня брали, да, прочитайте, пожалуйста. Янсы. Янь вообще означает внешность и щека. Так, и вот один цвет, помните его? Лан.
И это у нас с вами... Это лян, это для счетное слово для транспортного средства. Проанализируйте, пожалуйста. А я вижу здесь этот, я вижу здесь фонетик и вижу здесь машину, значение. Да. То есть значение машина, а в звук от лян, который два. Да, верно, только тон меняется. Лян. Лян. Две машины, как бы. Получается лян, лян, чх. Да, лян, лян, чх, три машины. Сан лян, чх. Сан лян, чх. Хорошо. Так, Таня, я вам этот учебник уже послала, но еще раз его вам вышлю. То есть нужно будет эти слова выучить и прочитать вот этот диалог перед ним. Хорошо. Все, скиньте, Таня. Тогда страничку. Да. Страничку отдельно выслать или весь учебник? Ну, я имею в виду, если, ну, учебник вы мне скидывали. 125, окей. Просто страница 125, да. Ха да, Таня, на вам, это минтензе. Минтензе, ха. Бай-бай.